из воспоминаний моего деда. Небо затянуто дымом, горели поля, танки и боевые позиции. Битва, решившая исход Второй мировой войны. 49 тяжелых суток, 6 тысяч танков. Гром канонады с обеих сторон. Люди подрывались на минах. Курская битва – величайшее сражение в мировой истории, в котором участвовало более 1 миллиона 300 тысяч советских солдат. 12 июля 1943 года состоялся решающий бой этой битвы. Противник вынужден был перейти в оборону. Иван Половдинович Глухих оказался среди тех, кому посчастливилось остаться в живых. За время войны старшина стрелкового полка был ранен в ногу, руку, грудь и дважды контужен. Командир взвода был убит, и мой прадед взял командование на себя, повел отряд в бой. Боевая задача была выполнена. О своем подвиге участник Великой Отечественной войны рассказывать не любил, разве только в День Победы. Кстати, родился Иван Половдинович в апреле, но свой день рождения предпочитал отмечать исключительно 9 мая. Я могу сказать, что он был человек с таким искрометным чувством юмора, с широкой русской душой, и он был настоящим таким, знаете, деревенским мужиком. Он сам построил дом, в котором до сих пор живут мои родители. Кроме этого, он очень был талантлив, писал картины, и он, они с бабушкой родили 4 сыновей, которых успешно воспитали. А у этих 4 сыновей, естественно, родились дети, и теперь у нас такая большая семья. От поколения к поколению в этой семье передаются не только рассказы солдата, но и медали. Главная реликвия – орден Красной Звезды. Рассматривая ордена и медали моего прадеда, я спросил у деда Глухих Анатолия Ивановича, за что и как получались эти ордена. Дед рассказал мне очень много всего интересного. С помощью родителей Саша подготовил проект «История ордена Красной Звезды военной биографии моего прадеда» и отправил работу на конкурс «Моя родословная», который проходит в рамках проекта «Многовековая Югра». Идею для написания предложил мой отец Глухих Анатолий Иванович. Он предложил нам идею, рассказал ее. Мы с Сашей просмотрели весь семейный архив домашний, нашли семейный фотоальбом, нашли учетно-послужную карточку прадеда, нашли военный билет, собрали материал дома. После этого использовали сеть интернет, поисковую сеть интернет для того, чтобы найти информацию про сам орден Красной Звезды. Так как заинтересовались вопросом, а сколько все-таки человек получили орден Красной Звезды в городе Ханты-Мансийске, для этого мы посетили окружной совет ветеранов и Государственный архив Югры. Для 10-летнего Саши Токарева герои вовсе не вымышленные персонажи – Бэтмен, Супермен и Человек-паук, а реальные люди – родственники, участники Великой Отечественной войны. Но главным примером навсегда останется любимый прадедушка. Мой прадед сражался на страшной войне. Наверное, он думал и мечтал обо мне. Негоже детишкам родиться в плену. Врагам не уступим родную страну. Он верил, хоть пули свистят у виска. Победа за нами, победа близка. И прав оказался отважный герой. Его фотография рядом со мной. Спасибо, дедуля, шепчу я ему, за то, что не отдал меня никому.